Всем привет, с вами Тех Рашен, и сегодня очередная серия «Играем с подписчиками». Сегодня с нами играет Дима, Влад, Максим, и еще и Хэппи, который будет просто слушать. И что же, давайте начнем. Люди, так, громкие звуки в игре, и я вас почти не слышу. Я говорю громко, так что ориентируйся на... Я вас не слышу. Резюм. Так. И нас вообще четверо, а Максим, как всегда, не подсоединился. Люди, я правда вас не слышу. А у меня лаги, у меня тупо, знаете, куда-то заспавнило, и там монстр рядом был. Блядь. Я так, я стоп. Я все захожу. Куда заходишь-то? Мы уже начали. Окай. Стойте, стой. Найдайте без меня туда. Стойте, кто, значит, кто стоит около машины? Люди, кто есть кто? Я около машины сейчас стою, вот тут вот. А, ты, значит, ты очкарик. Я перед тобой. Так, я очкарик, я всегда очкарик, если что. Так, а там кто? Дима, а это кто? Я кто? Так, ты лысый. Я Витя, детского. Назад отхожу. Так, это ты, Макс, да? А я кто? Так, а ты у нас... О, ты хач, Дим! Хач! Все вы взяли предметы. Моя приора, я вас всех убить. Все взяли предметы первой необходимости. А у меня нет ребят там в игре. А стоп, где тебя резнуло? Меня куда-то резнуло, там монстр был, я без понятия, я вышел из игры. Походу четырех рисает здесь, а... Да, а других рисает в разных точках. Зачем ты вышел-то? У меня... А я даже ходить не мог, я ходить не мог. У меня радио, короче, пошли. Так, вторую серию с тобой снимем, не боись. Люди, подождите. Так, ладно, сегодня нас вот играют со мной еще трое, и двое слушают, это Хэппи и Влад. Так, ладно, тихо. Хотите жить? Держитесь за мной. Так, давайте, стойте. Быстрее. Никто там не отстает. Стойте. Вот, значит. Так, за мной. Так, бегом. В кругу не останавливаем. В круг не заходим. Он может потом пригодиться. Так, бежим. Меня бесит нажимать пробел. Я прям слышал. Молодцы, потихоньку. Просто бежим! Никто не отстал? Так, вижу два фонаря. Где третий? Третий! Бегу! Давай, Макс, беги! Я кого-то видел. Вот там, вот бежит он, тихо. Тихо, я первый бегу. Тихо, бежим. Никто не отстал? Вижу три фонаря. Я не могу бежать. Это все, ты устал. Блин, я тоже не могу бежать. О, так, боже. Записка. Мы рядом с площадкой. Сейчас найдем первый артефакт. Вообще, нам сейчас повезло. Я рад за вас, пацаны. Мы сейчас найдем... Я просто от вас отдалюсь. Я просто хочу почувствовать это... Поверить. Тихо, все идем шагом. Сейчас все идем шагом за мной. Аккуратно. Ребят, если я скажу бежать, значит бежать. Так, пожалуйста, пожалуйста. Так, я сзади. И я нашел Библию. Так, все, Библия с нами. А когда мы собрали первый артефакт, Ви еще злее. Так, вижу одного, Дима рядом. Олег и Макс. Сюда, к нам. Я побежал. Андрей, пошли выживать. Насрать на них. Подождите, что вы так это? Люди, подождите, я застрял тут. Олег, давай, Олег с нами пойдет. Макс, Олег, один. Олег, прощай. Я бегу. Давай, Олег, побегу. Олега не бросим. Андрей, радио очень сильно мутит что-то. Я... Так, ты радио взял, так? Так, бежим. А если подойти к маяку, то... А, маяку не подойти, блин, там открывай... Помедленней. Тихо, вижу всех, значит, аккуратно. Пока что идем аккуратно. Я буду очень веселиться, когда кого-то первым сожру. Так, тихо. Меня уже, кстати, наверное, сожрали в самом начале. Меня, наверное, знаете, все зареспавнило около какого-то монстра, скорее всего, это был скелет, потому что очень громко орал. Нет, это тебе респавнило около Ви. Короче, понятно. Хачу бежал! Или кто-то там. Больше, по-моему... Хачу Андрея, так что... Больше четырех человек респаунит прям рядом с Вием и где-то еще. Короче, вам сразу нужно бежать. Заранее потом буду предупреждать. Я три крика уже услышал, мне как-то страшно. Так, смотри, что-то странное, нету этой девки. Этой девки нету, я волны три. Говори, когда волны просто будут разрываться. Вот. Тихо, что? Пука нету очень сильных. Очень сильно.
Прям невозможно. Круг, 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 круг. Быстрее, быстрее, круг, 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 круг. Так, Олег, Олег. И так, все нужно уместиться в круг. Нет, мое, пошел. Хач не даю. Не пущу. Я в кругу, так. Так, стоп. Ориентируемся. Значит, аккуратно сейчас идем вот по той дороге. Колонны, идем колонны. Тремя мужиками рядом. Пойдемте. Я не вижу. А вот. Все. Идем колонной. Колонной. Колонка. Идем тихо, не обгоняем, тихо, идем аккуратно. Если я скажу, что радио непрерывно все что-то делает, тихо, тихо, и мучает. Тихо, тихо. Когда оно будет просто, там будут резкие всплески, тогда вот уже. Так, записка. Так, а у нас уже есть записка, да? Мама умерла, без нее отец прожил немного больше, а я, черт побери, даже не знаю, так. Стой, где он? Так. Стоп. Ага, подсказка. А, у меня рисунок ребенка, белая девочка, на заднем плане красные глаза и что-то в лесу. Я не знаю, что это. Да ладно. Так, все, идем аккуратно, сейчас выжимаем спокойно. Тихо, черт, у нас Библия, все нормально. Так, а так. Что она делает? Что, кто? А ты подумай. Библия, конечно. Отпугивает. Так, пока все нормально, вроде пока нечисти. Круг не встаем, пока ничего такого нету, пока не встаем, не тратим круги. Не встаем, даже не проходим сквозь. О, да зачем ты в круг-то? Тихо, фу, он не пропал. Тихо. Вот где-то сейчас, если вот мы идем по дороге, где-то рядом должна быть деревня. А если где-то рядом деревня, то просто вырубаем и идем за мной светильник. Я вижу двух скелетов. Где? Вон они впереди просто. А, там нет скелетов. Это. Да, там серьезно нет скелетов. Так. А, показалось, это дерево просто что-то. Ребят, пока тихо. Вдалеке круг вижу. Знаете, у меня радио, мне страшнее всех почему-то. Так, тихо, все, мы подходим, мы не подходим к деревне. Деревня? Так что это? Стойте, рисунок. Рисунок, что на нем? Скелеты, а, люди становятся злее, превращаются в скелетов. Тихо, куда ж ты бежишь? Так. Тихо. Ты понимаешь, если на тебя загрызется скелетов, то нам всем будет большой радужный пиздец. Так. Все идем, все живы. Ага. Так. Пока что да. Тихо. Стоп. Что это за радио, которое даже слушать нельзя? Не радио вовсе. Так, в круг не встаем. Так, тихо. Блять, только не третий раз. Фу, два раза. А кто это? А на третий раз призывается Вий. Очень сильно радио. Сильно, тихо. Мак. Тихо. Так, какой-то туман, появился какой-то туман. Все меньше и меньше, утихает. Так, Макс, давай. Теперь каждый раз идут небольшие волны. В круг заходим или нет? Не, идем дальше. Третий раз бежим! Бля, черт. Бежим. Радио, очень сильно. Все, это Ви призвался. Все. Круг. Спасательный круг. Бежим, забегаем. Ну что, вы спаслись, ребят? Да, мы это... Так, стоп. Вы за вами бежали? Скажите, а где... А, вот все, частично. Так, все, ладно, пойдемте дальше. Не, он за нами не бежал, просто третий раз. О, все, самое сложное. Мы подходим... Я прям жестко услышал этот звук. Тихо. Либо мы в деревне, ну вроде скелетов нет, значит мы в каком-то у домике лесника. Так. Боже мой. Так, ладно. Луна, конечно, прикольно. Если что, я ору каждый сам за себя и бегу. Да. Тихо! Выключили фонари! Все гребаные в рот выключили гребаные фонари! Так, тихо. Просто увидите меня один раз. Один раз меня увидите и подойдите вплотную ко мне и двигайте за мной. Тут скелет. А если тут скелет, значит тут рядом еще где-то скелеты. Да, есть еще скелеты! Мы вошли в деревню скелетов. Все, тихо. Ребят, не паникуем. Выключи фонарь! Тихо, все, ему пиздец. Тихо, стоим на месте, за ним скелеты. Все, Ви, тихо, Дима, стой сплотную. Глупцы убежали, тихо. Мне страшно. Стой и не двигайся. Они побежали, им все... Люди, вы видите мой фонарь? Да, за тобой скелета лучше. Андрей, мы не видим его фонарь. Тихо, мы за ним не пойдем. Все, тихо.
Сколько же за ним скелет? Тихо, тихо. За мной, Дима, за мной. Так. За мной. Тихо, тихо. Люди, вы где? Тихо, Андрей, попри... Радио, очень! Тихо, не бойся, это из-за скелетов может быть. Тихо. Очень. Тихо, встал на месте! Скелет, еще скелет. Свет, они бегут за светом, все. Пацан, кто сейчас включил свет, тебе... Боже, мне его реально жаль. Тихо. Матерь Божья, тут столько скелетов. Тут... Люди, мне страшно. Выруби фонарь и убеги куда-нибудь. Ты их привлекаешь. Вдалеке услышал крик Вия. Тихо. Дима, продвигайся за мной. Люди, мне страшно. Дима. Ой, я за кем сейчас слежу? Тихо. Ты умер, как? Все, один съеден. Тихо, Дим, встань, тихо. Что-то было, господи, обоссал. Я вижу круг. Стой. Круг? Тихо. Там скелеты, да, ну там дохера скелетов. Стой. Это не то место, где мы вчера были. Там дохуя, просто посмотри, сколько здесь скелетов. Ну, кстати, похоже. Так это и то и место, тихо. Радио очень сильно. Тихо. Дима, продвигаешься за мной точь-точь, просто аккуратно. Тихо. Мы просто сейчас выпьем. Вин пробежал. Тихо, видел. Тихо. Прошу. У меня сейчас такая. Тихо! Встань на месте! Скрит, пожалуйста, на нас. Вот так, вроде не на нас. Тихо. Мне нас не видят, Дим. Не паникуй, главное не двигайся. Как просто. Они? Я вижу круг! Беги! Боже мой! Беги! Все! Что так затыкали, господи, а? Да ты видел, сколько там скелетов? Я не вообще не вижу. Андрей, я прям смотрю на него, круг исчезнет, нам конец. Люди, кто жив? Я, Дима и Макс. Макс, ты жив? Андрей, выключай фонарь. Меня сразу же какой-то... Прям бью передо мной, появился я. Андрей, выключай фонарь, вон скелет стоит. Стой на месте, пока мы в кругу... Стой на месте, он за тобой не побежит, если ты не будешь подавать... Все, ты не свети! Фонарем. Тихо. Дима, короче, смотри, ты должен меня услышать. Смотри, видишь, куда я свечу сейчас? Да. Мы должны выйти из окружения. Смотри, стой. Там скелет. Стой, я знаю. Смотри, на счет три просто бежим туда, в ту сторону. На счет три. Понял? По-другому нам не выбраться. Блять, тут еще один стоит прям. Раз, два. Дима, он здесь! Дима, беги! Я умер! Так, я вижу круг. Я остался один. Давай, беги к кругу! Боже мой! Я только услышал крик, отчаянный вопль Димы, отчаянный мой вопль. Да просто за тобой побежал, мне надо. Вот, не услышал, что я когда увидел скелет побежать, я закрыл глаза. Ребят, сразу говорю, когда я говорю... Вот Дима молодец, он видите, сколько прожил? Вот так же и вы должны были идти за мной и все. Он просто заспавнил. Меня вообще не видели, я вообще никого почти не видел. Потому что у всех начала паника, когда все увидели скелетов. Так, тихо, спокойно. Мне сейчас так страшно. Сколько я один? Блин, тоже. Тихо. Чё? После какого щелчка появляется Ви или после какого? А это не щелчок, а когда третий раз бьет колокольник. Третий раз это жестко было. Мы три раза услышали звон, так что это. И где-то тут. Тихо. Вот сейчас я просто, у меня такая сейчас паника. У меня прям истерия. У меня в прошлый раз страшнее было, меня били. Тихо, ладно. Нет, просто было весело смотреть, как мы с Андреем стоим, и за вами бегают скелеты. Да, ну как весело, у меня была паника, потому что рядом с нами тоже они пробегали, скелеты. Я просто смотрел на тебя, и все. Вместе держались, то мы больше выдержались. Па-п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 а. Вопрос. В прошлый раз, когда мы играли... Кто там? Уви пробежал. А в прошлый раз, когда мы играли, появлялась девочка. Я не знаю, девочку убрали, не убрали, но... Пожалуйста, тихо. Вот лучше смотрите за моей камерой и отслеживайте, нет ли там где-нибудь скелета, потому что у меня сейчас паника.
Я смотрю внимательно. Так что? Так, сейчас. Так, спокойно, 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 спокойно. Маяк, все хорошо. Всё? Обернись назад. Маяк. Там нет, там скелет. Все хорошо. Ой, как сейчас меня ломит в боку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так. Ладно. Иди, я слышал рыквие. Вот для тебя. Буду напевать охерительную песню. Когда мне страшно, я на. Ла-ла. Или как там ла-ла? Ла-ла. Кустом должен быть. Ла-ла-ла-ла. Тихо! Замолчите! Что ты бежишь там скелетов, уйма! Это не то, это не то место, я на площадке. Ладно, пока. Если что, перед тобой еще площадка. Тихо-тихо-тихо. Ладно, круги мне уже. Стоп, что надел? Стоп. Идиот. Тихо-тихо-тихо. А все, он не пропадает? Ха-ха. Стойте, круги не пропадают теперь. Так мы могли там стоять вечно. Ну да, но мы не выполнили задание. Так, тихо-тихо-тихо. Спокойно. Пока вроде вот нет. Ставьте, мол, у меня тупо темный экран, и снизу висит белый персик. Пробежал, сукин сын. Ай-яй-яй. Это что за большой круг? Это что за камень? Это круг. Вот перед тобой какой-то. Тихо. И вышка какая-то. И вообще, что-то тут необычное. Это, может, это самый последний круг, до которого добежать надо? Не-не-не, тут надо собрать все артефакты. Тихо, перед тобой стилет сейчас был. Тихо. Ну и что ты мне сделаешь? Я рядом с кругом. Нига. Suck my balls. Тихо. Я просто возьму гребаную записку и вернусь обратно в круг. Андрей, ты нашел кого-то? Все, тихо, я прочитаю. Тетя Таня, мы очень скучаем по тебе. Без тебя никто не играет с нами, мы тебя очень любим, возвращайся скорее. Так, все, тетя Таня. Мы называем девочку теперь тетя Таня. Тетя Таня. Так, все. Давай, жалкий. Ты, нападай, я тебя просто вспотрощу. Как жалкую марионетку. Ты же немецкий, да? Надо вспомнить на немецкий. Алисис, аугицайхнет. Знали. Это означает все отлично, а у меня ни хера не отлично. А ты вас сейчас не начнут? Я только начну учить, но не сейчас, пожалуйста, не... Не сейчас, пожалуйста, тихо. Тебя отвлечь. Боже. Да тихо, у меня сейчас сердце разорвется. Тихо вам всем. О, у меня сейчас реально такая паника. Такая... Тихо. Мне сейчас показали твою картинку, и помните, вы меня послали про крутящую девочку? Я даже не спал. Святые котики! Кто там? Он просто спрыгнул с неба. Кто спрыгнул? А ты угадай. Ди? Андрей, ой. Тебе нет? А, ты здесь! Ты здесь! Не-не-не-не! А чё он стоит? Блин, зади него круг, нужно сделать манёвр. Тихо. Обманы. Тихо. Конец тебе, он, по-моему, прыгнул. Круглый дебил. Быстренько. А? Я рядом с кругом. Смотрите, это жалко, чему здесь. Здесь моя, да? Он прыгает. Все, ладно. Просто напрямик. Я. Блять, просто я бегу, я не знаю, у меня сейчас просто, я не могу соображать нормально, поскольку у меня сейчас паника, я один в лесу. Андрей, надо еще будет в телепузиках. Что там? Андрей, убили. Нет, я жив, я вырвался из лап девочки. А ты что, выжил, что ли, тел? Когда тебя кто-то хватает, жена... Это что-то белые деревья. А, и нет. Это дебаг текстуры, тут текстуры, блин, как в GTA-шке. Только не синовал. Или нет, только не деревня. Я вырвался из лап девочки, убежал от Вии, да я вообще первый парень на деревне. А кто такая девочка вообще? Тетя Таня. Ой, слушайте. Пожалуйста, если это то, у меня больше шансов будет сейчас выжить. И, пожалуйста. Нет, это не та машина. Хотя, стоп. В одной машине находил медальон, тут нету.
Выйду я в поле с конем. Пока. Ты его не увидел? А? Лох. Значит, он тут постоит, он знает, что тут босс, он с таким, как я. Пока. Блин, это странный ты. Ни хера не вижу. Он прыгнул. Тихо, тихо. О, о, о боже. Тихо, 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 все. Скелет. Что? Я нашел болото, пацаны! Я нашел гребаное болото! Что ты с ним сделаешь? Зеленый, тут элитный артефакт! Тут гребаный элитный артефакт! Видите, он даже зелененький подсвечивается! Да беги до него хотя бы! Пожалуйста, 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 пожалуйста! И! Да! У меня есть бутылка со святой водой! Эй, видите? Ай-яй-яй-яй-яй! А, в кругу ты меня не возьмешь! А? Поцелуй мои яйца, сосунок. Да-да-да. Тихо, ты все равно кому на расстоянии от круга, Андрей. А, кто такой скелет? Кто такой скелет? Бежать! Андрей. Меня это самая ужасная смерть в моей ужасной жизни. Ладно, все равно мне было страшно играть одному. Всем спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь. Это было играем с подписчиками с Тех Рашеном. С вами также со мной играл Дима, Максим, Хэппи, Астер Эндер и все. И Лотос. Всем спасибо, до новых встреч. Поиграть. Всем спасибо, до новых встреч и скоро будут новые видео. Всем пока.